Короче говоря, залетела на пятерках. Я пришла со школы домой и пошла в свою комнату. Я зашла на угол. А что? За угол посадят? Ну, как всегда. Тогда садись сразу, девочка. Нормально, надо покушать. Раньше сядешь, раньше встанешь. У меня испортилось настроение. Так все же молодая пройдет мимо меня. А потом что? Я задумалась. Он посетимый учитель сегодня. Тут никакого интереса. Я пошла к маме на кухню. Она считала деньги. А где она бурная, да? Стимула нет учиться. Вообще. Давай что ты предлагаешь. А вот если бы мне не платили за учебу, я бы отличницей стала. А, прям как и отличницей? Ну, прям так, да. Мама почесала затылок и решила оплачивать мне по 100 рублей за каждую пятерку. Ну, конечно, деньги небольшие. Но это заработали. Так, все, мне нужно потянуться по учебе. Потому что я хочу купить iPhone XS. Я узнала про уроки и села их делать. Мне позвонила Лизка. Давай, пошли гулять. Ой, слушай, я не могу, я уроки делаю. Тебе что, заняться нечем? Я деньги заработаю. И мама за пятерку себе платит. Нифига себе. Так, все, не так. Okay. Я продолжаю делать уроки. Спустя 3 часа я сделала русский фильм, уклад, литературу. Фух, остался только один английский. Слушай, я там так. Но на кухне приготовил лучше. Настя, ты спишь, что ли? Тебе уже? Нет, я уроки делаю. Она задумалась, открыла кошелек, только закрыла. Вау! Мам, я нашла школу английского языка. Скай, она онлайн. А как? Я буду учиться дома. Для занятий нужен интернет и ноутбук. Интересно. Это же круто. А еще все задания находятся на платформе. Поэтому учебники и распечатки не нужны. А преподаватели какие? Опытные и незалупные. Можно выбрать русскоговорящего или носителя языка. А ты своего меня английского знаешь? Но его можно проверить бесплатно. И получить индивидуальную программу обучения. Да, по ссылке в описании. Некоторые правила, которые подходят именно тебе. А по промокоду «Рыжик» вы можете получить 2 урока бесплатно. Подарок при первой оплате. Со школы я летела домой к Рыжик с радостной новостью. Я буду сделать пятерку. Мама правила себя, он был бы 100 рублей. Садись, обедать. Не готова сначала. Ура! Мама удивилась. Я сколько бы занятия по английскому языку. Включил окон, и начался урок. Я получила знания и отличное настроение. Я пошла перекусить на кухню. Мама наблюдала за мной. Я сделала все уроки и на следующий день получила уже 3 пятерки. Мама дала мне деньги. Я положила их в кошелек. Сделала все уроки, позанималась онлайн с репетитором по английскому. Выучила новые слова и подтянула скиллы. На следующий день я получила 4 пятерки и по английскому тоже. 4 пятерки! Молодец! Давай деньги. Мама дала мне деньги. Я положила их в кошелек, сделала все уроки. Мама на кухне начала нервничать. А ты что? Опять пошли репетитором заниматься? Да. А это что, так эффективно? Конечно. И совсем не скучно. Я по английскому теперь самая лучшая в группе. На следующий день я пришла со школы. Ну, мама, готова заявление. Сколько мама сегодня получила? 5 пятерок. Класса. Ты кто? Зачем все так напрягаешься? Ты с газетом погуляем. Серьезно, мама. Мне нужно много денег. Мама, перейдем. На следующий день давай его купить. Экспресс. А сколько он стоит? 130 тысяч. Мама посчитала свои денежки и закрыла кошелек. Оставила маму без гроша. Спустя месяц вся мамина зарплата перекочевала ко мне. Мама пила успокоительное и занимала у меня деньги в долг. Наконец мне это надоело. Мама, ты уже 10 тысяч должна. Я на связку уже пропадаю. Быстрее, мама, все правило. Я уже буду без другого останусь. Но я уже могу сошла. Не знаю, пусть кредит взять. А я ее по-твоему отдавать буду? Вот это твои не проблемы. Короче говоря, заработала на пятерках. Победителем на самый активный участник моего инстаграма становится Полина Чулкаева. И я передаю тебе пламенный привет. Если ты хочешь получить от меня такой же приветик, то подписывайся на мой инстаграм и будь там самым активным. Всем удачи, до встречи в соцсетях. Пока!